Приветствуем вас, дорогие наши подписчики и случайные зрители. Перед просмотром прошу поставить лайк этому видео, и если не сложно, оставьте комментарий. 2 года условно получил актер российского криминального сериала «След» Андрей Лавров. Приговор вынес Таганский районный суд столицы, сообщает агентство городских новостей «Москва». Лаврова признали виновным по делу об угрозе применении насилия в отношении инспектора ВАИ, военной автомобильной инспекции. Инцидент произошел в марте этого года на Котельнической набережной. По версии следствия, актер подошел к инспектору и начал угрожать предметом, похожим на нож. Несмотря на требование прекратить, мужчина продолжал преследовать инспектора, размахивая ножом, а после скрылся. Что именно стало причиной такого поведения, агентство не уточняет. Отмечается, что после задержания Андрей Лавров дал признательные показания.